Всем добрый день, дорогие друзья. У нас Егорка дорожки почистил. До сюда, до бани. Видите, как широко. Вы каждый раз пишете, что кто-то в комментариях недавно писал, что у них ничего не почищено. Кто-то проезжал мимо, ничего не почищено. Особенно за калиткой. Ребят, у нас тракторы чистят, ну, когда в основном снега нет. И они начищают глыбы прямо на нашей калитке. У нас, потому что калитка прямо возле дороги. И там постоянно. Если трактор прошел, то постоянно. Так вот, к Тайсону. Ну, даже широкая дорога, да, Тайсон? Тайсон, привет, мой хороший. Видите, какая широкая дорога к Тайсону? А то тут наехали на Егора. Егора молодец у меня, он у меня все чистит. Открываем. И вот, видите, все прочищено. У нас, может, закрывай калитку? У нас, потому что, видите, вот дорога. Вот, и тут же сразу калитка. И постоянно вот так вот засыпает. Да, Маша? Тут вот, по идее, тротуар. А вы видите тротуар? Его весь трактором сделали. И приходится людям по дороге ходить. Это нормальное состояние. У нас немного что-то все в семье не лады по поводу здоровья. Но вроде начинаем у соседей. Вот тоже так же, видите? Тоже снегом постоянно засыпает, и они очищают. Так что вот так. Маша, ты куда хочешь с января ехать? Или там. Да, и поэтому нам надо денежек заработать. Теперь мы будем снимать, да, Маша, все подряд. Маша будет со школы идти все снимать, все, что можно, а потом я буду озвучивать. Так что держитесь, дорогие друзья. Теперь будет видео. Черт и знает что. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие друзья, мы пришли с магазина с Машей. Мы с Машей были в магазине. Нам на Новый год мы хотим на стол сделать как мне, канапе или что это такое. И вот шпажки такие Маша выбрала. И также выбрала три магнитика. Один вот такой вот. Второй такой. И третий вот такой вот с тигренком. На, Маша, лепи, иди теперь назад на холодильник. А то она пришла сразу на холодильник. Я говорю, а показать всем. Короче, яблок купили, 3 литра молока и хлеба, больше ничего не брали. Вот такие вот дела. И хлеба 3 белого взяли. Сейчас старый хлеб достану, хочу сухариков наделать. А свежий весь оставлю. Вот такие вот дела. Сейчас будем с Оксаной, мы сегодня уже сделали математику. Что-то мы еще с ней делали. А, русский мы с ней сделали. Математику у нее завтра нету. И сейчас будем еще делать чтение учить. А мне только чтение. Тебе только чтение? Убирай, иди, клепи на обратно в холодильник. И там у нас еще какие-то уже есть снежинки. Видите, мы сделали с магнитиком. Сейчас я вам поближе покажу. Помните алмазки, которые у меня... Машенька, кто еще делал? Оксана, ты, Света, Катя. Да, вы делали все вместе? Я. Ты... Локси. Ну да. Или Катя. Ну и вот сейчас эти магнитики еще сюда наклеим. Мы решили, что мы вот эти вот из алмазок разыграем среди наших подписчиков. Да, потом какие-нибудь мини-конкурсы будем делать и разыграем. Так зачем ты все это сюда лепишь? Новогодние. А, новогодние ты хочешь сюда. Ну, это старый. Это год крысы был у нас. Что? Да. А вот это у нас, по-моему, в этих в яйцах, да, Маша, попадались вот эти Дед Мороз и Снегурка. У нас их много было, но со временем мы их все раздарили. А там у меня вышитая мышка, Христос воскрес, да что? Тот вот это перс Перми мы привозили, эти два нам подарили. Тот это у меня Ильюшкин, это тоже Ильюшкин, грузинский, два магнита. Ну, а здесь от подписчиков, от моих еще вот магниты. Вот он. Это у нас когда-то доска была магнитная, ее надо переделать по-другому. Так что вот такие вот дела. Дорогие друзья, у нас время вечер. Мы пришли с бани уже. Я сейчас буду вот это средство на волосы наносить. Тогда вот белый цвет лучше проявляется. И желтый становится не таким желтым. Thank you.
всем, кто в бане моется, всех с легким паром. Ну, а парикмахерскую, да, ребята? Вы смотрите, как волосы отросли сильно. Показываю. Вот такие вот дела. Тут кошка села. Чудо-перышко. Все, пускай сохнут. Так я никогда феном не пользуюсь. Я феном пользуюсь, если только мне куда-то быстро надо. Быстро ополоснул и куда-то бежишь. А так не пользуюсь феном. У нас есть фен. Муж починил его. И вот это вот надолго хватает этого средства. Хорошо после бани вот так вот раз нанес и все. И лицо увлажнит после бани. Это вот, которое мы в фикс-прайсе брали. Хороший крем. А? Не могу. Нет, это взрослый. Я тебе детский куплю потом. Хорошо? Маша спрашивает, а ей можно его или нет. На, посмотри детские крема. Для лица, для рук. Нет. Есть же специально детские. У меня есть для тела. У тебя одно тело есть. Не для лица, это не знаю. Вот после бани тело и мазать можно им. Ты мажешь им? Маша детский крем для тела подарила, она им как и не это. Все, вот так вот выгляжу после бани, красная как сок. Но зато хорошо. Сейчас кипячу чайник. Чай хочу купить. Не чай, а именно кофе. Хочу купить после бани. И скоро уже спать уже. Все, уроки мы сделали. Все сделали, все, что надо было. Слава тебе, Господи. Не говорят, что это крем согласен. Да? Слава тебе, Господи. Давай покажем, какой крем. Вот такой вот крем. Ей дарили. Крем для рук, мусс и тела. Для рук и тела. Руки можешь хоть каждый день им мазать. Вот как раз у тебя сохнут, вот оно тебе и надо. Ты мажешь их? И духи. У нее есть детские. Я ей дарила духи, у нее есть вкусный аромат от Фаберли. Вообще классные духи. И детские у нее, по-моему, есть. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был день. Хотя он ничего не снимал, а так... Сегодня, потому что гости приезжали, баня выпеклась. Знаете, когда гости приезжают, я их не снимаю. Так что, всем хорошего вечера и хороших выходных. Всем привет, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я уже почти всех учеников отправила, осталась одна Оксана. И смотрите, что у меня сегодня кошка какая красавица. Сегодня мыться будет Васька. В печку залезла. У меня тут печка открыта, она в печку залезла. Представляете? Вот дура такая у нас. Иди вон на стул сюда. Коза такая. Вот лезет и лезет ко мне. Хоть ты убейся. Уже всех отправила в школу. Ну, кроме Катюхи еще. Катюха дома. И Ваня с Мариной пока дома. Мы еще на больничном. Надеюсь, что до Нового года все нормально будет. Но у Вани уже намного лучше. А Марина, по сути-то, и не болеет. Чисто проверку. Проходит. Контроль-тест проходит. Как она? Так что вот так. Может быть, завтра даже съезжу с ними, если мороза не будет. Сегодня у нас мороз. Минус 18 градусник показывает. Поэтому сегодня никуда не повезла их. Пускай, думаю, еще 50 мороза. Я себе чай делаю. Чай попить с молоком. Чай попить с молоком. Скоро Катюшенька в школу уже поедет у меня. Ванечка только проснулся. Сел мультики смотреть. Сидит, смотрит мультики. Он когда просыпается, всегда говорит, мама, включи мне мультики. А Мариночка еще спит. Она вчера поздно, долго не могла она вчера уснуть. Вообще очень долго не могла уснуть. Я не знаю прям, что с ней такое было. Ну вот. Поздно уснула. Все уже спали, она все не спала. Из-за нее я не спала. Она, наверное, часов в 11-12, наверное, уснула. Но из-за того, что мне кажется, что она днем поспала. Поэтому вот у нее так получилось. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем здрасте.
Здрасте, говорю. Мы уже здоровались сегодня с вами, а я опять здрасте. Мне уже многие говорят, что ты в одном видео по 1000 раз здороваешься. Ребята, вот почему-то привычка каждый раз, когда начинаю снимать, все да, здрасте, говорю. Короче, мы с Марусей. Поздоровайся. Да. Такие глазки. Пошли в магазин. Нам надо моющее средство, у нас закончилось. Нам на молока, нам на хлеба и фрукты какие-нибудь деткам посмотреть. Так что, если интересно, то пошлите вместе с нами. Да, Тайсон? Тайсон, привет! Тайсон, привет! Кто любит Тайсона, Тайсон вам привет передает. Да, Тайсон? Скажи, присылайте мне косточку. Да? Скажи, а то всем посылки присылают, а косточку мне не присылают. Это кто-то в комментариях писал. Даже Тайсону ничего не прислали. Да? Маша сумку новую взяла. Удобная, да, Маша, сумка? Но все равно еще с собой пару пакетов берем. Она маленькая, потому что много не помещается. Тайсон, угомонись. Ух, засранец. Ух, гавкалка. Опять выключился. Вот смотрите, мы стоим, а он выключился. Вот так вот он и работает. Ладно, пошли мы в магазин, короче.